Доброе утро, уважаемые представители СМИ. Меня зовут Николай Панфил, я директор по программам Ассоциации Промалекс и руководитель миссии Промалекс по наблюдению за досрочными парламентскими выборами от 11 июля 2021 года. Благодарю вас за присутствие на этой пресс-конференции. Сегодня мы вас пригласили для того, чтобы представить наблюдательную миссию, потому что сегодня мы ее как раз открываем, а также отчет номер один по мониторингу за предвыборный период и небольшую часть избирательного периода до даты 11 мая 2021 года. Хочу сразу выразить признательность донорам, партнерам Ассоциации Промалекс, без участия которых эта работа по мониторингу была бы невозможной. В первую очередь речь идет о USAID, международном агентство международной помощи США, а также фонда Сороса Молдовы, которые помогают этой наблюдательной миссии тем, что оплачивают расходы, связанные с деятельностью мониторов, которые будут заниматься наблюдением также по такому важному направлению, как язык ненависти и дискриминация в избирательном контексте. Хочу сделать несколько важных уточнений в связи с наблюдательной миссией, чтобы что-то разъяснить и гражданам, и субъектам избирательного процесса, а именно как будет работать, действовать Ассоциация Промалек в следующем периоде. Говоря о цели наблюдательной миссии, то традиционно она заключается в информировании граждан и субъектов избирательного процесса на протяжении избирательной кампании о том, что есть хорошего, а также менее хорошего, что мы наблюдаем на протяжении кампании, так, чтобы мы могли предотвратить такие проблемы и несоответствия в проведении выборов. И в то же время, чтобы мы держали всех в курсе о том, того, что происходит в избирательной кампании. Мне в последнюю очередь важно отметить, что в результате каждой миссии по наблюдению за выборами мы делаем свои выводы, но даем также рекомендации, которые должны способствовать улучшению законодательства и избирательной практики Республики Молдова. Несколько слов о методологии, которая будет применяться на этих выборах. Также традиционно Ассоциация Промалекс выполняет свою миссию с привлечением наблюдателей на долгосрочный период, так и на краткосрочный период. На этот раз у нас будет 43 долгосрочных наблюдателя. В том числе они охватят и избирательные участки за границей, и в Приднестровском регионе. Что касается деятельности краткосрочных наблюдателей, мы будем работать в таком формате. На национальном уровне у нас будет около 600 наблюдателей, закрепленных за избирательными участками, которые будут выбраны путем случайной выборки, чтобы у нас была взвешенная пропорциональная представленность их на всей территории страны. А результаты, которые мы соберем на территории в день выборов, чтобы были представителями для всей страны. Также, помимо этих наблюдателей, закрепленных за участками, у нас будет еще 140 наблюдателей в мобильных командах. То есть у нас будет 70 мобильных команд, которые будут ездить по территории страны и мониторить деятельность на остальных участках, которые не вошли в выборку, но также национальные дороги, подъездные пути, территории вокруг участков, потому что много что в день выборов происходит не только внутри участков, но и за их пределами. Также мы, как и на предыдущих выборах, хотим охватить полностью все избирательные участки, которые будут открываться для избирателей в Приднестровском регионе. В настоящий момент мы не можем сказать, сколько их будет открыто, но мы совершенно определенно будем делать все, чтобы их все охватить. А также охватить около 60 участков, которые будут открыты за границей для граждан, наших граждан из диаспоры. Опять же, мы не знаем, сколько их будет, но, по крайней мере, таков план нашей миссии на следующий период.
Итак, краткосрочные наблюдатели в день голосования будут собирать информацию и передавать ее центральной команде, которая будет готовить отчеты, пресс-коммюнике, и, соответственно, мы будем проводить пресс-конференции. Помимо шести отчетов о мониторинге, которые будут произведены за период избирательной кампании, периодические отчеты, которые каждые две недели будут выходить, как я сказал, в день выборов у нас также будут пресс-коммюнике и пресс-конференции. Вечером, в день голосования, наши наблюдатели на избирательных участках, на отдельных избирательных участках соберут участках, попавших в выборку, соберут протоколы, и мы проведем параллельный подсчет голосов, так чтобы на следующий день после выборов мы могли выступить с нашими результатами параллельного подсчета и подтвердить или рассказать о том, что мы выявили и что попало в наш отчет, и эти сведения будут представлены органам. Государственным органам. В то же время мы подготовим итоговый отчет, в который соберем все факты, всю информацию, которая была собрана на протяжении избирательной кампании и нашего мониторинга, и также все рекомендации, которые будут направлены к избирательным конкурентам, ЦИКу и всем тем, кто участвует в этой кампании. Также важно отметить, что ассоциация Promolex не является политическим оппонентом, конкурентом, и поэтому вся деятельность по мониторингу основывается на доверии, на независимости этой миссии, и, соответственно, мы будем собирать доказательства о тех аспектах, которые будем отмечать в наших отчетах по мониторингу. В то же время сразу скажем, что у нас нет юридического обязательства что-то доказывать, представлять какие-то доказательные материалы к тем актам, которые мы к тому, что мы представляем в наших отчетах. И то есть мы не являемся следственным органом, чтобы собирать улики и представлять их в инстанции, но в то же время, если нас об этом попросят власти, то есть именно власти, а не избирательные конкуренты, эти доказательства могут быть представлены в распоряжении властей, если мы в наших отчетах будем отмечать какие-то несоответствия. Наблюдатели Promolex каждый раз проходят подготовку в каждой кампании, и сейчас тоже не будет исключения как для долгосрочных, так и для краткосрочных наблюдателей. Они также подпишут кодекс поведения наблюдателей, в котором возьмут на себя обязательство действовать независимо, беспристрастно. В то же время хочу обратить внимание граждан, что у них есть возможность доводить до нашего сведения разную информацию о проведении избирательной кампании, деятельности разных избирательных конкурентов на местах с помощью страницы, которая называется electoral.monitor.md. Это специальная страница для сбора обращений от граждан. А также это можно сделать на странице ассоциации Promolex. Миссия по наблюдению будет собирать эту информацию, а также данные, о которых будут докладывать наши наблюдатели на местах. Не в последнюю очередь хочу отметить, что деятельность наблюдательной миссии и на этот раз будет дополняться таким же важным компонентом, как наблюдение, и которое называется информирование и просвещение избирателей. И с этой целью мы будем проводить разные мероприятия, и в первую очередь традиционно мы произведем два видеоролика с целью информации, но в первую очередь также мотивирование избирателей участвовать в голосовании. Также будут выделяться гранты для местных организаций, которые смогут проводить такую работу на местах или на национальном уровне, а именно работу по информированию избирателей и поощрению их к голосованию. Также мы проведем примерно 10 дебатов в партнерстве с разными СМИ, так же, как это было на предыдущих выборах. То есть, ну вот, в целом
Такие мероприятия будут проводиться с целью информирования и просвещения избирателей, также, как я уже сказал, параллельно с миссией по наблюдению за выборами. Я сказал, что эта пресс-конференция посвящена не только представлению самой миссии, но также представлению первого отчета по мониторингу. Этот отчет охватывает период с 23 декабря 2020 года по 11 мая 2021 года. Мы взяли период с 23 декабря, то есть с того момента, когда правительство Кику подало в отставку, потому что именно тогда практически начались все такие политические процессы, которые затем привели к этим выборам. В этом смысле в первом отчете все заинтересованные найдут несколько важных глав. В первую очередь мы описали политический контекст накануне этой избирательной кампании. И, скажем, то, что эти парламентские выборы от 11 июля, это на самом деле 10-е выборы такого типа в Республике Молдова и 5-е выборы досрочного характера. То есть в этом у нас такой достаточно интенсивная деятельность в этом смысле в Республике Молдова. Также эти выборы проходят в контексте постоянного уменьшения, снижения уровня доверия граждан к государственным органам. Вот несколько цифр из опроса БАРОМ. Доверие граждан к парламенту упало примерно на 14% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Такую же ситуацию мы наблюдаем и в отношении правительства Республики Молдова. Единственный институт, который сохранил, удержал тот же уровень доверия с 2019 года и по 2020, это президент. Также такой феномен, который влияет на имидж парламента и на социально-политическую жизнь в стране, это политические миграции. То есть на протяжении 2 лет действия настоящего парламента около 20% депутатов мигрировали из одной фракции в другую или из одной партии в другую. В первую очередь мы говорим здесь о депутатах демократической партии, которые, среди которых чаще всего наблюдался такой феномен. В этом контексте отметим, что в 2020 году парламент вышел с декларацией, за которую единогласно проголосовали, касательно осуждения такой политической миграции и коррупции. И все-таки значительное влияние на объявление этих досрочных выборов возымели президентские выборы прошлой осенью. Мы хорошо помним, что в повестке обоих конкурентов конкурировала, об обоих конкурентов фигурировало вот это обещание распустить парламент. Как только госпожа Санду вступила в свою должность, это обещание стало приоритетным. И, соответственно, за последние месяцы предпринимались постоянные попытки объявить досрочные выборы. И в этом смысле мы, конечно, это отметили в первом отчете. Все этапы, которые были пройдены, начиная с отставки Кику 23 декабря, две попытки избрания первого министра в парламенте, премьер-министра в парламенте, все, так сказать, политические игры, которые в этом контексте происходили, и все же в последней инстанции Конституционный суд 15 апреля принял решение распустить парламент, и, вернее, нашел обоснование для распуска парламента, и затем 28 апреля парламент был распущен сразу после того, как, повторюсь, Конституционный суд решил, что чрезвычайная ситуация, за которую проголосовало большинство парламентских депутатов, это было неконституционное решение. Соответственно, дата выборов назначена на 11 июля 2021 года.
И в этом смысле очень настолько же важный аспект, который мы должны отметить, если говорим о социально-политическом контексте, который мы отразили в отчете, это контекст пандемии. Я уже сказал только что о решении Конституционного суда в этом смысле. Конечно, вот этот контекст влиял на протяжении всего предвыборного периода, во время которого дебаты проходили в сравнении ли в этой дуальности, будут ли эти досрочные выборы назначены в скорости, либо все-таки мы сначала разберемся с последствиями пандемии, после этого проведем выборы. И все-таки политические субъекты действовали быстро, и так же, как и были сформулированы обещания во время кампании, затем закреплены в стратегии президента, так и был издан декрет о распуске парламента, и начался предвыборный период. То есть парламент 10-го созыва должен был закончить свою работу в 23-м году. И тут, конечно, должны рассмотреть законодательные основы для этих выборов и, конечно, в первую очередь обратить внимание на те изменения, которые были произведены с 2019 года в законодательстве. Самое важное в этом смысле нужно отметить изменения избирательной системы в августе 2019 года, когда большинство парламентариев приняло решение, проголосовала за пропорциональную систему с закрытыми партийными списками. Там целая серия технических изменений последовала для того, чтобы внести поправки в избирательный кодекс, но также и много других важных изменений, таких как снижение избирательного порога, например, для партий с 6 до 5% или для избирательных блоков с 8 до 6%. Также был вновь введен минимальный порог для независимых кандидатов в размере 2%, как это было до 2019 года. Вновь вернулись к формуле ДОНТ по распределению мандатов, которые остаются от тех в результате голосования или останутся в результате голосов, отданных за партии и блоки, которые не вошли в парламент. Эта формула использовалась до 2010 года в Республике Молдова, и потом ее вновь ввели в 2019. Она дает преимущество большим партиям, которые получат больше всего голосов граждан. Также нужно говорить о том, что было повышено количество необходимых подписей, которые должны собрать независимые кандидаты, то есть от 500 тысяч подписей до 2000-2500 подписей. А для женщин-кандидатов от 250-500 до 1000-1500 подписей. Эти положения важны в том контексте, в котором у нас будут или не будут зарегистрированы независимые кандидаты. Следует отметить минимальную квоту представленности в парламенте каждого пола. Это минимальная квота, это 40%. Впервые были введены юридические положения, более четкие, которые требуют как минимум, чтобы было 4 кандидата того же пола на каждые 10 мест в избирательном списке в партиях, блоках. И партии и блоки должны, или избирательные конкуренты должны выполнить это условие, иначе их могут не зарегистрировать. Также за последний год избирательный кодекс изменялся дважды, но только один из законов касается данных парламентских выборов. Так, в законе 162 от июля 2020 года был дополнен тем, что...
с дополненным списком органов, которые обязаны создать условия для граждан, которые проживают за границей, которые хотят исполнить свои права избирателей. Этим же законом были внесены изменения в закон о политических партиях, то есть сократилось количество необходимых подписей на создание политической партии. И это важный аспект в контексте парламентских выборов, потому что у нас были или есть партии, которые уже воспользовались этой возможностью. В настоящее время мы говорим о тысяче подписей, которые должны быть собраны политической партией для того, чтобы она ее зарегистрировали, по сравнению с 4000 подписей, как это было раньше. Также раньше было необходимо, чтобы эти подписи собирались со всей территории страны, из большинства территориальных административных единиц, а сейчас это уже не требуется законом. И такие изменения стали возможными благодаря решению Конституционного суда, который выразился по этому аспекту и посчитал неконституционными, какими-то ограничивающими эти положения, а также вот это обязательное географическое распределение для создания политической партии. Это важный аспект, потому что если мы говорим о независимых кандидатах или независимых избирательных конкурентах, то мы отметим, что, как я уже сказал, таким независимым кандидатам необходимо представить 2-2500 подписей, чтобы зарегистрироваться, в то время как целой партии нужно всего 1000 подписей для того, чтобы ее создать. Таким образом, мы наблюдаем такую некую дискриминацию избирательных конкурентов, независимых по сравнению с политическими партиями или избирательными блоками. Также в своем отчете мы рассказали о проекте закона номер 263 от июня 2020 года, который не прошел второе чтение. И в этом смысле как Промалекс, так и организации гражданского общества активно продвигали ряд изменений, улучшений, рекомендаций для улучшения законодательной базы, к которым органы власти не прислушивались. И тут в первую очередь мы должны говорить о запрете на использование языка ненависти, призывающего к ненависти, более подробного регулирования юридической ответственности и санкции за нарушение избирательного законодательства. Также регулирование санкций за привлечение религиозных культов при предвыборной агитации. И также санкции за организацию транспортировки граждан к избирательным участкам. К сожалению, вновь должны сказать, что парламент не нашел возможным проголосовать во втором чтении за эти положения, так что, чтобы мы были сейчас более подготовлены к настоящим выборам. Я по поводу рекомендаций Промалекс, опять же, отметим, что во время парламентских выборов за феврале 2019 года, когда мы предложили 22 рекомендации по улучшению законодательной базы, из них только 7 были применены властями, 15 были проигнорированы, а среди них находится, то, что мы отмечали тогда, было отсутствие ясного определения, что такое административные ресурсы, важность регулирования вот этой организованной транспортировки. К сожалению, и другие также моменты. К сожалению, мы отмечаем, наблюдаем, что этот феномен повторяет, эти феномены повторяются от компании к компании, и есть риск, что и на этот раз мы будем наблюдать то же самое. Также, говоря о законодательной базе, в отчете мы обратили внимание на необходимость того, чтобы ЦИК вернулась к инструкции, касающейся мер по предотвращению инфицирования вирусом COVID. И эту инструкцию на предыдущих выборах она была принята Национальной чрезвычайной комиссией в здравоохранении. Но мы посчитали и тогда, и сейчас повторяем, что у этой комиссии нет таких должностных полномочий, и не она должна была утверждать, применять такие меры. Были и другие несоответствия в документе, утвержденной этой комиссией, то есть чрезвычайной комиссией. И в результате мы повторяем рекомендацию ЦИКу,
вновь вернуться к этой теме и принять собственные инструкции, опять же, в консультации с чрезвычайной комиссией, специализированной комиссией, которая действует в этот период. Но, опять-таки, это должен быть такой документ, за который несет ответственность ЦИК. Этот документ может предусматривать в том числе и аспекты, касающиеся проведения избирательной кампании с избирательными конкурентами, урегулирования тех условий, в которых они должны вести свои кампании на местах, встречи с избирателями и так далее. Также важный аспект, если мы говорим о правовой базе и мониторинге, который мы ввели в последние дни, касается финансирования избирательной кампании. Финансирование денег, необходимых на организацию выборов. В этом контексте мы наблюдали публичные дискуссии, связанные с отсутствием финансовых ресурсов в государственном бюджете, которые не были предусмотрены на это. И также констатируем, помимо периода мониторинга, то есть 12-го, вчера практически 12 мая, правительство выделило 70 миллионов леев из 125 миллионов, которые потребовало ЦИК, или рассчитало ЦИК как необходимые на организацию выборов 11 июля 2021 года. Отметим здесь, что необходимо, чтобы правительство взяло на себя обязательства по полному финансированию выборов, потому что иначе могут быть риски и неблагоприятные последствия для организации выборов, и было бы нежелательно, чтобы такое произошло. Говоря о возможности найти дополнительно, в дополнение к тем 70 миллионам леев, деньги на осуществление деятельности ЦИКа и избирательных органов. В целом, мы отметили это и в отчете, и повторяем, что существуют механизмы в законодательстве Республики Молдова, с помощью которых можно изменить государственный бюджет, можно выделить до 10% из бюджета других государственных органов, учреждений на организацию выборов. И также есть возможность посредством фонда правительства на чрезвычайные нужды, чтобы финансировать эти выборы. И на самом деле эти 70 миллионов леев были выделены как раз из этого фонда правительства. Повторяем важность этого, потому что для того, чтобы ЦИК смог начать вести свою работу и оплачивать расходы, необходимо создать такую прогнозируемость и уверенность в том, что все расходы будут оплачены. Говоря о работе избирательных органов, в отчете номер один мы отмечали тот факт, что 17 июня также истекает мандат Центральной избирательной комиссии. И все-таки мы отметили положение избирательного кодекса, которые говорят о том, что мандат может быть продлен на срок не более 90 дней, в том случае, если выборы объявляются досрочно заранее до истечения срока мандата ЦИК. И это дает возможность ЦИКу действовать еще до 15 сентября 2021 года, поэтому тут мы проблем не видим. Также мы отметили, что ЦИК в этот период собирался в смешанном формате на трех заседаниях. Одно ординарное и две экстраординарные заседания, и два экстраординарных заседания. А на заседании от 7 мая они приняли в новой редакции регламент назначении и регистрации выдвижении и регистрации кандидатов на должность депутата парламента Республики Молдова. В этом смысле мы обратили внимание, что много положений этого регламента противоречат избирательному кодексу, ну, либо не были изменены и требуют пересмотра со стороны Центральной избирательной комиссии. Обращаем ваше внимание, что в следующий период, начиная с 14 мая, ЦИК уже начнет принимать
пакеты документов на регистрацию от избирательных конкурентов. Создание избирательных участков в Приднестровском регионе и для граждан из диаспоры – это тоже важный аспект, который мы отметили в нашем отчете номер один. В этом смысле Промалекс обращает внимание на необходимость увеличить количество участков, особенно в таких странах, как Германия. Германия на 6 участков больше нужно, в Российской Федерации на 4 участка больше, в Великобритании тоже на 4 участка больше. Также, с другой стороны, мы отмечаем, что в других странах, таких как США, Румыния или Италия, можно было бы сократить количество участков. Но, конечно, это предварительная информация, и она основана на имеющихся данных по состоянию на 11 мая. И мы говорим здесь об этих датах. Почему? Потому что до 26 мая 2021 года проводится процедура предварительной регистрации избирателей. И этот механизм – это один из инструментов или рамочных положений законодательства, которые потом ложатся в основу решения об учреждении избирательных участков и географическом распределении. Поэтому нам нужно увидеть, сколько будет вот это конечное число зарегистрировавшихся по состоянию 26 мая. А в следующем отчете мы представим вам уже актуальную информацию о расчете, о количестве избирательных участков, которые должны будут открыты за рубежом. Тот же механизм предварительной регистрации доступен и для граждан из Приднестровского региона. И в этом смысле мы поощряем, призываем обе категории граждан, как те, кто проживает в стране, в Приднестровском регионе и в диаспоре, активно проявить активность на этом этапе, зарегистрироваться предварительно, потому что это даст возможность определить количество избирательных участков, и, в конце концов, поможет избирательным органам разобраться, где такие участки необходимы. И особенно это важно в условиях, опять же, когда мы говорим о скудном бюджете на этот раз, потому что нет этой уверенности в том, что будет найдена, выделена вся сумма на проведение выборов. Также мы рекомендуем ИЦИКу проводить более активную информационную кампанию и рассказывать вот об этом механизме предварительной регистрации избирателей. Говоря об избирательных органах, и в этом отчете мы отметили, но и 28 апреля 2021 года мы обратились с обращением в ЦИК, в котором рекомендовали, чтобы органы, ответственные за организацию выборов, сделал все возможное и подготовил план, по которому служащие избирательной сферы, а также уполномоченные лица помогали в проведении и лица, уполномоченные присутствовать в проведении участвовать в проведении избирательной процедуры, получили возможность сделать вакцину. Это важно в условиях пандемии, чтобы все меры были предприняты, чтобы все необходимые меры были. И еще раз повторяем это свое обращение в ЦИК. В отчете номер один также есть и другая информация о других аспектах, таких как государственный реестр, избиратели, избирательные списки. Мы отмечаем, что 4 мая 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года есть небольшое уменьшение, но все-таки, пусть небольшое, но уменьшение количества лиц, зарегистрированных в реестры избирателей. То есть примерно на 7500 меньше избирателей. В то же время возрастает количество избирателей без места жительства или без прописки, а также избиратели из Приднестровского региона, который составляет примерно 15% от всех избирателей. Это вызывает беспокойность в связи с тем, что
эти граждане должны будут голосовать по дополнительным спискам. А согласно хорошей практике проведения выборов, рекомендуется, чтобы количество избирателей, которые голосуют по дополнительным спискам, было как можно меньше. Также остаются нерешенными по результатам предыдущих отчетов те проблемы, уже классические проблемы, которые мы встречаем в избирательных списках, такие как неправильное распределение избирателей по избирательным спискам или присутствие лиц, умерших лиц в списках. Поэтому мы должны будем вести мониторинги по этому аспекту. Также с 7 мая открылась процедура по заявлению нового места жительства, и это возможность, вот такое объявление о новом месте жительства будет открыто до 10 июня. Опять же, мы призываем ЦИК рассказывать об этом инструменте, об этом механизме для того, чтобы дать всем гражданам, которые хотят проголосовать, и что есть такая возможность, потому что этот инструмент дает возможность поехать в другое место, оказаться в другой местности, пойти на избирательный участок в этой другой местности и зарегистрироваться на этом участке для того, чтобы иметь возможность отдать голос в день выборов. Что касается местной публичной администрации, мы обратили внимание на то, что местная публичная администрация должна активнее осуществлять свои обязанности по организации выборов. В этом смысле, также исходя из наших предыдущих отчетов по мониторингу, мы обращаем внимание на несколько проблемных аспектов. В первую очередь говорим о назначении недостаточного количества, с нашей точки зрения, членов в избирательные органы низшего уровня со стороны местных органов власти второго уровня. Например, в 18% избирательных бюро национального уровня не было ни одного члена от назначенных избирательных советов. И из этих 18% 86% приходится на Кишинев. То есть местные органы власти, местные советы не выполнили свою обязанность по назначению членов. Конечно же, эти советы, избирательные органы были дополнены за счет резерва работников избирательной сферы. Но поскольку это все-таки обязанность местных органов власти, хорошо бы, чтобы они ее выполняли. Также мы рекомендуем проактивно, конструктивно, чтобы была проактивная, конструктивная коммуникация между ЦИКом и местными властями. Что касается открытия избирательных участков, выделения площадок под избирательные участки, особенно на тех участках, которые будут открыты для граждан из Приднестровского региона. На предыдущих выборах, напомним, было много населенных пунктов, в которых случились какие-то трения по этому субъекту, и мы бы хотели, чтобы их можно было избежать на этот раз. Что касается потенциальных избирательных конкурентов, право на регистрацию имеют партии, избирательные блоки и независимые конкуренты. Я уже сказал, что независимые конкуренты оказываются дискриминированными на этот раз, и поэтому нам нужно будет выдать рекомендации по изменению законодательной базы для того, чтобы эти желающие могли более уверенно участвовать в гонке. В то же время парламент внес какие-то изменения по альтернативному сбору подписей. В марте Промалекс представил анализ с нужными рекомендациями по альтернативным механизмам, такие как онлайн-сбор заявлений или
Почему бы и нет? Это такая альтернатива, как депозит, денежный депозит, когда избирательный конкурент открывает такой счет в ЦИК и получая таким образом возможность участвовать в выборах. Это международная практика, широко распространенная в других странах. Что касается финансирования, то мы и на избирательной кампании, то мы и на этот раз будем следить за тем, как будут финансироваться расходы и по агитации, и также на этапе работы инициативных групп в поддержку, например, независимых кандидатов. И, соответственно, среди проблем, выявленных на предыдущих выборах, и которые, опять же, мы полагаем, будут повторяться и во время этих выборов, и которые необходимо избегать как при содействии избирательных конкурентов, так и путем активного мониторинга со стороны ЦИК. Речь о низкой прозрачности расходов, отсутствии отчетов расходов, скажем, делегирования тех же агитаторов, ограничение деятельности партии или кандидатов, в том числе на участие в выборах. У нас в прошлый раз был отказ открыть счет для избирательного конкурента. И, то есть все эти проблемы необходимо предупредить и избегать их на этот раз. Что касается финансирования инициативных групп и избирательных кампаний, отмечаем, что возможность граждане Республики Молдова, находящиеся за границей, могут делать пожертвования в пользу избирательных конкурентов. Промолекс активно продвигал это положение, возможность, которая была введена в 2019 году в законодательство. Так, значит, получается у нас такая ситуация. Теперь физическое лицо может пожертвовать избирательному конкуренту или инициативной группе до 6 минимальных заработных плат, это около 52 тысяч леев, а юридическое лицо до примерно 104 тысяч леев, что представляет собой 12 средних зарплат по экономике. Пожертвования от граждан из-за рубежа ограничиваются 3 средними зарплатами по экономике, то есть около 26 тысяч леев. Важно об этом сказать, потому что мы понимаем, что выборы не могут быть организованы в отсутствии финансовых ресурсов, и для компании нужны ресурсы. В то же время мы призываем ЦИК внимательно, четко строго мониторить отчеты, представляемые избирательными конкурентами, и, соответственно, принимать меры, если будут выявлены какие-то несоответствия или будут недостаточно отражаться в отчетах расходы. Что касается последней главы в этом отчете, но это не менее важная глава, мы говорим о языке ненависти и призыве к дискриминации. Промолекс мониторит этот аспект с 2018 года, и мы отмечаем, что особенно во время предвыборной периода, но особенно также и во время избирательных кампаний, этот феномен набирает все больше оборотов. На президентских выборах в 2020 году мы отмечали в среднем 4,9 случая в день, что в 2,3 раза больше, выше, чем в 2019 году. Уже и в начале этой избирательной кампании мы наблюдаем подобные феномены и выступаем с рекомендацией о том, чтобы избирательные конкуренты были внимательны и добровольно соблюдали такой язык, условия здоровой коммуникации в избирательной кампании, чтобы избегали языка ненависти, дискриминационного языка, потому что в конечном итоге это не к лицу и тем, кто хочет стать представителями народа или руководить, действовать в будущем от имени граждан. И, соответственно, я уже
сказал, что мы призываем к добровольному соблюдению пристойного поведения на во время избирательной кампании. И в заключение хочу отметить, что, к сожалению, но, как я уже раньше сказал, парламент не принял юридических мер для предотвращения таких ситуаций, и поэтому нам остается только ограничиваться призывами к уважительному поведению и к призывать к такому хорошему воспитанию каждого участника избирательной кампании. Итак, это было содержание отчета, а детали и подробности о том, о чем я уже рассказал, вы можете найти в отчете, который мы разместим на веб-странице ассоциации после того, как закончим его редактирование. И, соответственно, если у вас есть вопросы, у вас сейчас есть время их задать. Если вопросов нет, то благодарю вас за внимание и призываю вас следить за нашими следующими пресс-конференциями, которые будут организованы на протяжении избирательной кампании каждые две недели. Следующая конференция будет 27 мая, тоже в 10 часов. Благодарим вас за внимание и желаем вам хорошего дня.